Здравствуй, Алёш. Разговор есть. Ты мой папочка. Не надо называть меня папочкой. Почему? Это еще доказать надо. У меня жизнь самого только начинается. Куда мне этот прицеп с бантиком? То не дрейф, прорвемся. Бежим. Ильинский, отдайте девочку! Какая у тебя интересная жизнь, а? Да нет у него никаких детей. Ты уволен. Прощай, папочка. Я больше не буду создавать ему проблем. Стой, не двигайся! Сердце, оставь мне немного места. Пусть я там буду вместо. Пусть я там буду. Идем со мной, девочка. Газбарова. Я очень отчаянно прошу называть меня папой. Это еще доказать надо.